Вот представьте себе, сейчас век, когда ничего скрыть невозможно. Кто-то где-то сфотографировал, кто-то куда-то отправил, кто-то где-то перепостил, кому-то быстро перезвонил. Это невозможно все скрыть, поэтому это скрывается то, что и так мы не должны знать. Но почему я должна приходить к стоматологу и говорить: «Нет, вы мне сначала расскажите, как устроен мой зуб и что вы с ним будете делать». Да нет, мне надо просто, чтобы я была здорова. Поэтому пусть правительство делает только то, чтобы просто Россия была здорова, и все.